Ливневые канализации строят, воду из озера Талдыколь откачивают. Асет Исекешев сегодня отчитался о своей работе перед президентом. По словам Акима, все социально-экономические показатели столицы по итогам года в плюсе. Астана активно готовится к празднованию 25-летия независимости страны и проведению международной выставки «Экспо-2017». А до конца года в городе будут сданы сразу несколько важных социальных объектов. Противотуберкулезная диспансер – очень важный социальный объект, тоже будет сдан 1 декабря. До Дня независимости. Да. Станция скорой помощи, центр. Мы сейчас полностью меняем. Четвертый год, очень важно, по теплу. В этом году экспо, аэропорт, вокзал, все будет обеспечено. Вот это? Да. Ход. ТЭЦ-2, также в этом году 5, 6, 7 котел, который в общей мощности дадут свыше 400 гигакалорий. Обеспечивает город. Полностью обеспечен город. Экспо. Расширение ТЭЦ-2. Я когда слушал город, говорил об этом. Да. Так. В этом году завершается полностью технологическая часть. Значит, что будет в этом году? Мы завершим полностью. По моему замечанию, что будет сделано? Полный проект будет завершен, кроме благоустройства. И все сточные воды теперь будут перерабатываться и скидываться в Ишим чистой воды. Сточные воды очищаются. Полностью очищаются. Чистая вода поступает в Ишим. Да. Уже Талдыколь, на самом деле, 60 миллионов квадратных метров, площадь уменьшилась до 15 миллионов. Она 4 раза. Перекачка идет? Перекачка идет. Харабиде, да? Нет, Харабиде, мы когда завершим, мы это основаем. 4 миллиона тонн ила вытащили уже. Угу. Ливневая канализация, тоже ваше поручение. Вот левобережная часть Экспо полностью в этом году завершаем. Вода теперь плавать не будем? Не будем. На левом берегу. По правому берегу еще нам предстоит еще несколько там проектов реализовать. Это большая работа. Это... То есть объекты к 25-летию независимости. Вот здесь мы полностью. И мои замечания в совещании с городом. Все реализуются.